Rush, Kill and Destroy. Новая стратегическая игра, появление которой так долго ждали, наконец вышла в свет. Главным отличием от собратьев по жанру стала возможность выбора для игры либо биологических монстров, переживших ядерную войну на поверхности планеты, либо уцелевших людей, перезимовавших ядерный холод в удобных бункерах, где от нечего делать они изобрели такой арсенал, которого хватило бы на развязывание Четвертой мировой войны. Вообще, игра радует новым взглядом на графику в подобных играх. Бензоколонки, дороги, огромные мосты, башни, взмывающие ввысь чудовищными шпилями и тому подобное. В режиме мультиплеер игра оставляет крайне приятное впечатление. Ведь как приятно заплевать недруга кислотой Скорпиона или же раздавить тяжеленным нейтронным танком. And now the two armies wish to own, sir.